Вот это новозеландское изобретение называется изидри. Это сушилка для овощей и фруктов. В Сочи на выставке «Продукты питания» ее представляет магазин «Умный сад» из Краснодара. Нарезанные ломтиками овощи и фрукты, в том числе клубника, арбуз и дыня, превращаются в деликатес невиданного качества. Продукты, побывав в сушилке, сохраняют свой цвет, вкус и аромат. В ней же можно даже сушить пастилу. Разные лотки можно загружать разными продуктами, при этом запахи не смешиваются. Сохраняется до 97% натуральных веществ, витаминов, ферментов. Все, ради чего мы это, собственно, и выращиваем. Семена помидоров, перцев прорастают после сушки. Так что я всем очень рекомендую наши сушилки. Сушилка изидри – это находка для сочинских садоводов, которые хотят сохранить урожай, и для хозяек, которые любят что-то новенькое. А вот эта яблокорезка не просто очистит плоды от кожуры, но и нарежет фрукт на ровные дольки. А вот этот кухонный помощник отделит ягоды от косточек. Все эти уникальные товары можно приобрести на выставке «Продукты питания» в отеле «Жемчужина» или заказать в интернете на сайте умныйсад.рф.